49 спортсменов Чувашии претендуют на ежемесячную стипендию главы региона. Соответствующий проект подготовлен Кабинетом министров Чувашии. С 2021 года ведущие спортсмены Чувашии, члены основного юниорского и юношеского состава сборных команд России, впервые начали получать ежемесячные стипендии главы республики. Поощрение от 7 до 25 тысяч рублей положено 43 спортсменам. Среди них и уроженка Ядринского района. Студентка 5 курса, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Ирина Баймулкина. Помимо тренировок и активного участия в соревнованиях, девушка успевает заниматься и с юными спортсменами. Мы эту стипендию ждали. Очень. В месяц у нас 25 тысяч, так как раньше мы выступали только за Москву, и сейчас благодаря этой стипендии мы выступаем за Чувашскую республику, и мы очень рады этому, что мы представляем свою республику. Всего в Федерации тяжелой атлетики Чувашия на данный момент 7 стипендиатов. В дополнение еще одна спортсменка у нас попала тоже в список международных команд после недавно прошедшего Кубка России. В Старом Осколе проходил Кубок России, и там вот у нас мастер спорта Мышова Любовь тоже заняла 6-е место, но она попала в списки сборных команд. Кабинетом министров Чувашской республики подготовлен второй проект распоряжения, где планируется назначение стипендии 49 спортсменам по 9 видам спорта. Велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба, современное пятиборье и другим. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошеин, Республика.